Неэффективное управление кредитными договорами, необоснованные закупки и несвоевременное представление годовых отчетов – это лишь некоторые из нарушений, выявленных на РЭВ в ходе проверки работы столичного водоканала в последние два года. Отчет с выявленными нарушениями отправят в Генпрокуратуру. В компании, между тем, заявили о политическом подтексте происходящего. В опубликованном сегодня пресс-релизе НАРЭ описаны все нарушения, которые были выявлены в АП «Канал Кишинел» по результатам анализа деятельности предприятия с 2020 по 2022 год. Первая проблема заключается в том, что поставщик воды вовремя не предоставил документы, необходимые для обновления тарифов. По этой причине около 13 миллионов леев не были включены в сумму основных расходов. По данным инспекторов, и без того шаткое финансовое положение компании сильно ухудшилось из-за того, что в течение нескольких лет сумма основных расходов, утвержденная на РЭ, была превышена примерно на 25-35%. При этом не предпринималось никаких мер для снижения потерь воды в системе. Выявлены и необоснованные финансовые расходы, в том числе на покупку материальных ценностей, стоимость которых составила почти 3,5 миллиона леев. На РЭ отмечает, что АП-канал теперь серьезно рискует оказаться неспособным производить выплаты по необходимым облигациям. А из-за небрежности, проявленной в планировании, компания упустила возможность возместить через регулируемые тарифы инвестиции на сумму 47 миллионов леев. Неэффективное управление договорами с Евробанком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком, в особенности из-за невозможности соблюдения некоторых договорных условий и пунктов, а также задержек реализации инвестиционных проектов и невозврата кредитов в установленные сроки, привело к неэффективным расходам в размере почти 4 миллионов евро, что эквивалентно 79 миллионам леев. А изначально запланированный период реализации с 2015 по 2020 год был продлен до 2023 года. Теперь у руководства АП-канал Кишинел есть 3 месяца, чтобы исправить ситуацию и представить план дальнейших действий. Представители компании на официальной странице в социальной сети написали, что у Приморья и Кишинева есть средний и долгосрочный план управления, но подробности они не сообщают. НАРЭ в соответствии со своей компетенцией устанавливает тарифы, и мы видели, какие тарифы агентство устанавливало на газ, электроэнергию и прочее, по указанию ПАС, доводя население до нищеты. Мы квалифицируем эти грязные, абсолютно необоснованные заявления как новую составляющую предвыборной деятельности ПАС. Деятельности, уже начатой на данном этапе нелегально через своих представителей на местах, что грубо нарушает положение действующего законодательства. Говорится в заявлении АП-канал. Правящая партия к этой ситуации свою причастность отрицает, а НАРЭ сообщает, что отчет с результатами проверок будет направлен в Генеральную прокуратуру для проведения дальнейшего расследования.